Паш, я броник не одену. Меня достало. Слушай, если Палычу так нравится, пускай он засунет себе автомат в одно место. А на бронике надо написать «хочу конфету» и... Прежде чем вы начнете орать, Виталий Павлович, я хотел бы задать вопрос технического свойства. А как вы здесь оказались? Я приехал за час до начала твоей смены, Антоша. Так охотятся на оленей. Вы что творите, а? Вы знаете, кого вы остановили? Вы знаете, кто это? Нет. А кто это? А кто это? А кто это? Это Серега! Это Серега! Тихо, 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 спокойно.